стилист года Юлия Леонова, друзья. Ваши аплодисменты. Юлечка, да, это аплодисменты вам. Лучшая поп-группа года. Ну что, позвольте погромкие аплодисменты. Оля. Доктор Икс. Пожалуйста, аплодисменты лучший рэп-банк. Огромное большое спасибо. И как еще один из кандидатов я скажу: каждому в этом году по машине, и чтобы все его желания год собаки исполнились, и чтобы мы все, что с вами запланировали в этом году, все осуществилось. Спасибо. Браво, Роман Иванович. Спасибо вам, Роман. Роман Худяков лучший. Наталья Владимировна, мы поздравляем вас, и эта номинация для тебя, моя дорогая подруга. Ну, во-первых, у нас есть еще один партнер, который загар на пляже и хочет подарить тоже Наталье от себя подарок. Наталья, я тебя поздравляю, желаю также добиваться успехов, чтобы твой путь был самым удачным. Я тебя люблю, всегда тебя жду. Ура! Я прям поцеловала микрофон. Спасибо огромное, ребят. Спасибо. Вы хотите спеть? О, друзья, вот как оно все будет. Сейчас и так Наталья, лучший звездный стилист года. Песня. Слышишь мой голос утренний, в трубке кофе бодрит, но я еще сплю. Говори, что скучал, мне так искренне, честно скажу. Но как-то все равно сигарет дым дышу, понедельникам словно песок. Как мера терпения я подожду, пока ты свой прочтешь монолог. И я скажу стоп. И я пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. Во-во. Я пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. И никакой любви. Я слышу твой голос, не могу вспомнить всех мелочей. До каких пор ты мою жизнь скажешь безумная? Вторгся, прости, нет, как пустил ток. Я промолчу, ветер желания душит меня, твои признания. Я подожду, когда ты свой прочтешь монолог. И я скажу стоп.
Я пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. Я пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. И никакой любви. Эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. Я пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки, крутые замашки. Я пустилась, эй, во все тяжкие свои. И никакой любви. Молодец! Ольга! Мне кажется, эта песня о нас сегодня, нет? Да. Ты будешь мне завтра петь, я выпускаюсь во все тяжкие. Точно? Класс! Договорились. Молодцы! Это прекрасный разговор. Прекрасный разговор. Наталья, если можно, вы отдайте там микрофончик, есть люди, они... А, вы прям просто хотите... Я могу говорить в два микрофона, будет стереоэффект. Чтобы ваши дети умели петь или играть на музыкальных инструментах, приходите к нам. Тебе тоже, видимо, причитается номинация «Лучший портал о светской жизни». Номинация. Слушай, Анубис, это же... Почему Анубис? Большое. Спасибо. Давайте куда-нибудь я вам... Вот, да, вот в удобное местечко. Да, конечно. Два слова. Да. Спасибо большое, что все пришли. Многие остались. Много говорить не буду, освещу все в своем блоге Захаркин Лайф. Спасибо большое. У меня даже голос пропал, потому что я подпевал Наталье Калаус. И тебе тоже. Спасибо большое, Рустам. Спасибо большое тебе. Ну что ж, друзья, уточните. Давайте, Артур, вы сразу в прямом эфире, да? Сколько у вас подписчиков в Инстаграме? Больше 10 тысяч. Больше 10 тысяч. У меня почти 10 тысяч, поэтому давайте сейчас для двадцаточки, да, что-нибудь. Для почти 20 тысяч получает диплом топ-шоу Ньюс за информационную поддержку нашей премии. Спасибо большое. Короче говоря, это было очень сильно. А Lucivan Awards. Я даже выговорить уже не могу, потому что реально сильно подпевал Натали Калаус. Ты пустилась, эй, во все тяжкие клубы, мальчишки крутые, замашки, эй. Нет, все-таки ты певица. Вот я и дома, а премия Lucivan Awards 2018 подошла к своему логическому финалу. Все получили свои награды, счастливы, довольны, с улыбками на лицах, поехали дальше в центр Москвы. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал на YouTube, а я тем временем пока что пойду спать. Завтра на работу, а ее никто не отменял. Удачи!